Кас Абрикосов, Самара. Здравствуйте. Увидел ваши фильмы. Вы полностью правы. Привел у себя с одного дерева дочь Папировки на разные деревья, в том числе по срокам созревания и вкусу. Запомнили, деревья по двое разные. Все яблоки получились разные по размеру и вкусу. Вот. Так что спасибо за поддержку, уважаемый Юрий. Захотелось приобрести у вас абрикосы. Живу в Самаре. Как будет пересылка? Саженцы с закрытой корневой системой или с открытой корневой системой? С уважением, Юрий. Значит, я вот эту вот, всем, кто задает вопрос по саженцам, я их подболю вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот. И вы, то есть, Сергей Железов. Так вот, два слова. Вы живете в Самаре. Я был звонок, клянусь Богом, я никогда не шучу с небом, боюсь. Поэтому, когда клянусь, значит, уже точно правду говорю. 20 километров в севере Москвы, звонок моих соседей, прекрасно сад, который 8 лет назад у вас саженцы купили. Вот, я тоже хочу. Ну и я к чему это говорю? Я тут же накинулся, говорю, скажите соседям, напомните о Железове, пусть они пришлют фотографии, вот. Потому что я устал уже, я еще немного, я сам поверю, что ничего невозможно, потому что это прямо уже, ну, представляете, не называя фамилию, не называя откуда, но кто-то уже в предыдущих вебинарах видел, кто-то фотографии видел. Авторитетнейший садовод, ну, как сказать, серьезный мужик средних лет, скажем так, и говорит, что это самое, у нас абрикосы не только мы не занимаемся, потому что это они не могут у нас жить. Вот это, не занимаемся одно, можно не знать о их возможностях. Ну, допустим, он сам назвал себя специалистом по сливам, вот. А сливы — это совсем другая характеристика. Но он еще и добавил, что они не могут у нас жить. Вот так вот. И вот получается, что вы живете в Самаре. Ну, придет время, надеюсь, хотя бы вы напишите, чем дело кончилось. Вот. А то, что вы заметили, что на разных деревьях разные яблоки, это делает вам честь. Филипп Скорятин. Кстати, только ему посылку отправил с косточками. Понял, спасибо. А что, если после... Сейчас что будет? А что, если после высадки семенных абрикосов попробовать их перепривить друг на друга на второй и третий год? Вот уж будет гремучая смесь генов. Так, да, кажется, нашему полку прибыло. А потом еще скелетных прибавить и посмотреть, что получится. Давайте так. Я вначале растерялся. Ну, понятно, что посадил, допустим, косточки скромных сортов, тех же манжурцев, так. А потом еще посадил, и тоже сеянцы культурные. Потом вторые культурные привили на первые. Но тут-то у вас непонятно, может, вы хотели бы, например, на культурные привить дикие. А ведь эти, есть такая практика, есть. Помните эти вставки дикие? Вот, кто-то и наоборот догадался, а вот сейчас привил крону культурного, то есть, уточняю, вот, допустим, человек вырастил сеянцы из косточек культурных абрикосов, расковых абрикосов, а потом, чтобы не замерзли, взял там крону или верхушку, взял да и привил веточки, взятые с диких, или там, ну, совсем диких, диких даже у меня теперь нет, вот, они как бы ближе к полукультурным, но морозостойкие. Вот видите, какие возможности открываются. Так что Филипп мужик непростой. Посмотрите, что получится, скажете. Но я на всякий случай сделал следующее. Я вспомнил про свою статью, забытую практически. Она есть на моем сайте, но кто же ее читал последний. Статья называется так. Самый быстрый и дешевый способ создания плодового сада. Лучшего в вашем городе и области. Про область не вы ли писали? А нет, это еще одно будет письмо, желающее вырастить лучшие в области сад. Так вот, я всего лишь кусочек, маленький кусочек взял вот так вот, видите? Всего лишь маленький кусочек. В данном случае на примере неудачливых в России, но прекрасных слив. Ну пусть про сливы, разница небольшая. Садятся на надежном морозоке сорта, на собственных корнях.
предназначены служить подвоями для более роскошных, но менее морозостойких. Вот. Это синица в руках. То есть вы уже с плодами. Вот. Происхождение семян желательно из вашего района или не менее, или более сырого края. Вот эта болезнь все выписывает с юга на север. Из-за этого садов-то нет. Рядом садятся семена лучших российских зарубежных сортов. Вспомните, королевские из Франции. Вот. Это уже жар-птица. Но, самое интересное, не дав им шансов на частичное замерзание, еще до сильных морозов, ноябрь, вы срежете с них почти весь прирост и привьете на пункт первый. Уже весной следующего года. Получите журавля в небе. То есть, ясно, что сеянцы от культурных косточек, наверняка у них будут лучшие плоды, но выдержат ли мороз эти сеянцы, неизвестно. Вот. Будем надеяться, что какие-то выдержат, какие-то нет, но уже привив сюда, а они же, если это все и то, и другое с моего сада, они уже практически полностью совместимы. И вот он жара в небе. И, наконец, не принявшие привои саженцы по двое, в следующие годы больше не прививайте. У них и без того отличные шансы дать плоды неплохого качества. Вот. Так вот, жар птица, это когда все-таки посадили косточки культурных, а они взяли и не замерзли, еще и плодоносят. Шансы есть. Так, короче, вот так я среагировал на ваше письмо. А вы можете прививать культурные на дикие, ну, дикие условно название. Вот. Дикие на культурные. Делайте, что хотите, и потом скажите, что у вас получилось. Вот. Нас таких мало. Нас таких, знаете, как мало. Страшно даже подумать. Так, спасибо за ответ. Вот. Дома еще раз все перечитаю, применю на земле. Много радости и надежд подарили абрикосы из ваших косточек. Заинтересовалась не только моя семья, но и все родственники и друзья. Теперь все наблюдают, как поднимается новый сад. Ведь за год не каждое дерево вырастает высотой 1.5 метра с нуля. А эта посадка на холм всем диковинку. Спасибо, что открыли глаза на многие вещи. Действительно диковинка. Как 15 лет толдычу, 20 лет толдычу. А все в диковинку. Так, я отошел от шаблонного мышления в садоводстве. Во. Хочу, как вы сказали, шагнуть дальше, замахнуться на лучший абрикосовый сад в области, не покупая ни единого саженца. Посмотрим, что получится. Ребята, в ту комнату. Не тащи ее по полу. Так, все, прощай, вебинар. Так, не покупая ни единого саженца. Так, что получится? Смотрите, значит, чтобы он был лучший абрикосовый сад, нужно вам косточек от 100 до 1000. Сотни может сразу оказаться лучше в городе, в районе, в области. А если 1000, то сразу, например, в Сибири или в Европе, или пол Европы и пол Сибири, как хотите. Почему? Это так просто. Дело в том, что у нас получается как? Если у меня получилось, то на большей части России должно получиться так же или лучше, но не хуже. Почему? Я не раз приводил примеры, что ну куда уже хуже-то? 40-градусные морозы раз в 4-5 лет и больше. Вот, эти самые, безснежье дикое во время морозов. Такое безснежье, что я сам удивляюсь, почему сад еще плодоносит из 3 лет 2 или 4-3. Понять не могу. И почки, и опять этих самых. Вы посмотрите на эти же. Я же вас буду знакомить, хочу сэкономить ваши деньги. Вы потом на пол мне на бутылку коньяку скиньтесь. Почему? Я про сотни этих журналов и газетных страниц прокомментирую. Вы сэкономите подписки годовые, десятилетние. У многих они есть, но их только в туалет на гвоздик. И вот. А тут получается так. Значит, невероятно жуткие условия, а большинство из вас уже в курсе, какие результаты у меня получаются, и моих друзей, кстати. Ну что, последняя ваша фраза звучит так, посмотрим, что получится. Для этого нужно вот это иметь золотой запас России, он России не нужен. Вот. Я его распродаю, частично раздариваю,
продаю со скидками, без скидок. Ну, к весне обычно, в этом году я запасся, так скромно скажу. А вдруг наша с вами, как ее назвать-то, я ее считаю одним из моих личных надежд, она Савинична Александровна поехала, по идее, это сегодня или завтра она поедет в этот Мичуринск на конференцию международную. Она все это преподнесет, а там видно будет. А вдруг правда востребована. А вы, если кто хочет успеть, успевайте. Успевайте, потому что этот запас в масштабах России мизер. Но я знаю, что урожай 2016 года я продал за 2 года, за 16 и за 17, потому что в 17 году урожая не было. Вот. В этом году я делаю такой же двойной запас, но там посмотрим.